Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Ну что ж, мы дождались того самого дня, когда мощная динамика, которая будет прослеживаться по всей категории финансовых активов, не оставит равнодушным никого, друзья. Я не преувеличиваю значимость предстоящего фундаментального события. Это подведение итогов двухдневного заседания американского регулятора, которое началось вчера. Я просто констатирую факт, что сейчас мы ждем не просто рядовое заседание ФРС, мы ждем обновления прогнозов экономического роста инфляции и конкретных действий от регулятора, которые будут направлены на роста индекса потребительских цен с целью сдержать его дальнейшего восстановления. Снова ремарка, чтобы вы понимали, почему текущее событие, почему текущее заседание ФРС будет судьбоносным для доллара. Ну, во-первых, потому что ранее американский регулятор в лице Джерома Пауэлла ясно нам дал понять, что очень сильно сейчас акцентирует внимание на рост инфляции и ранее заблуждался, когда не видел в этом серьезной проблемы. Сейчас регулятор признал, что это серьезная проблема, с которой нужно работать и, более того, ее нужно решать. После того, как мы услышали, собственно, все это от Джерома Пауэлла, вышел еще один релиз по индексу потребительских цен в минувшую пятницу, и, как вы помните, он ускорился до максимального уровня за последние 40 лет. С 1982 года базовая инфляция high с 1990 года. И при таких темпах роста индекса потребительских цен, безусловно, необходимо решительно действовать, необходима более проактивная позиция и серьезные меры, которые будут направлены на сдерживание дальнейшего роста инфляции. Поэтому сегодня, друзья, на одном из последних брифингов я рассказывал, что, скорее всего, у нас будет решение по более быстрому сокращению программы количественного смягчения, удвоению, собственно, вот этого шага по сокращению QE с 15 миллиардов до 30 миллиардов. Плюс ко всему я допускаю, что американский регулятор может пролить свет, обозначить даже планы на первое повышение процентной ставки. Ну, если будет сделан комментарий, что программа QE при текущих объемах завершит и окончит свое существование в марте, то уже в июне, соответственно, будет поднята ключевая процентная ставка. Но есть и немного радикальный сценарий, прогноз, точнее, от экспертов Bank of America, которые видят, на самом деле, в текущем росте инфляции куда большую проблему, чем мы слышим это от Федрезерва. И надеются, что американский регулятор сейчас пойдет на более проактивный шаг, чем прогнозируют все те, кто следит за такого рода событиями. Это значит то, что эксперты Bank of America всерьез допускают, что американский регулятор поменяет местами решения, которые будут предполагать сначала, опять же, повышение процентной ставки, а потом уже окончательное сворачивание программы количественного смягчения. И это также значит, что есть вероятность, если такой сценарий реализуется, что американский регулятор даже сегодня может анонсировать первое повышение ключевой процентной ставки со времени пандемии, когда вот коронавирус накрыл медным тазом всю мировую экономику. Насколько это может быть большой шаг? Ну, вряд ли больше, чем на 0,15%, то есть 15% пункта. Но мне кажется, что все-таки такой сценарий, его нужно рассматривать только после основного. А основной – это решение об удвоении сокращения программы количественного смягчения и просто анонс того, что ставка может быть повышена в 2022 году. А в целом, друзья, неважно, какой сценарий реализуется, это все об одном, об ужесточении монетарной политики. Поэтому индекс доллара, который уже, в принципе, начал расти на ожиданиях, дает нам очень хороший сигнал того, что можно еще заскочить вот в этот поезд возможностей и попробовать заработать на укрепление курса доллара, если он действительно вырастет по факту жесткой риторики американского регулятора. Цели разные. Очень много прогнозов видела от
огромного количества инвестиционных банков, и кто-то считает, что рост будет до 97 пунктов, кто-то видит цели в районе 98, кто-то ожидает пробой психологического, юбилейного такого сопротивления в 100. Сроки, горизонты вот этих движений тоже разные. Я попробую руководствоваться пока что краткосрочными ориентирами и ожиданиями, допущу, что индекс доллара может достичь 97 пунктов уже к закрытию текущей торговой сессии. Золото снижается, как мы с вами и прогнозировали, друзья. Лоу вчерашнего дня 1766, сейчас котировки 1770. Я рассчитываю на то, что золото сможет сходить еще ниже по факту укрепления доллара. И обращаю ваше внимание на индекс рыночных настроений Кайман, который доступен каждому клиенту компании Markets в качестве подспорья в принятии торговых решений. Можете посмотреть, какие значения сейчас, где толпа, где меньшинство. И, разумеется, нужно торговать и действовать, работать вместе с меньшинством. В данном случае толпа золота оголтело скупает. И это повышает вероятность еще одного захода пониже. И учитывая то, что сейчас такие показатели индекса рыночных настроений, такой мощный фундамент, как заседание ФРС, я, пожалуй, друзья, пересмотрю свои ожидания по снижению золота с прежней цели 1750 и попробую поставить на $1700 за тройскую унцию. Рынок нефти снижается тоже в соответствии с прогнозом. Международное энергетическое агентство вчера понизило прогноз спроса на нефть на этот год и на следующий на 100 тысяч баррелей. И некоторое время назад я сам пытался прикинуть математику, исходя из показателей роста предложения и спроса. И, как вы помните, говорил вам, что сейчас есть шанс и возможность увидеть расхождение между спросом и предложением, которое будет говорить о переизбытке нефти примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки. И мой прогноз оказался даже более скромным, потому что Международное энергетическое агентство сообщило о том, что рынок нефти окажется в состоянии избыточного предложения к середине первого квартала 2022 года на 1,7 миллиона баррелей. То есть это среднесрочный фактор давления на котировки нефти. И при фоне, связанном с ковидом, конечно же, у Brent и WTI будет больше шансов уйти еще ниже. И также не забывайте про доллар, который влияет на все сырьевые активы тоже. По поводу европейской валюты, цель 1.12 и ниже. Вчера институт АИФО пересмотрел прогноз роста экономики Германии сразу на 1.4% с 3.9% до 2.5%. При этом в этом квартале ожидается снижение на 0.5%, а в первом квартале экономику Германии ждет стагнация. Я полностью согласен с такого рода прогнозом, потому что срыв цепочек поставок, нехватка оборудования, инфляция – это то, что очень сильно ударило по промышленному сектору ведущего локомотива валютного блока. Евро трудно будет выкарабкаться с текущих уровней, особенно при такой ставке на укрепление позиций доллара. Ждем завтрашнее заседание Европейского центрального банка, но об этом давайте поговорим уже завтра. Сегодня не хочется уходить в плоскость других каких-то фундаментальных событий. Сегодня вы должны сфокусироваться на итогах заседания Федрезерва. Фунт, кстати, в связи с этим также может обновить многомесячные минимумы. Сейчас котировки 1.32-1.38, но учитывая то, что в Англии был зафиксирован первый летальный исход от омикрона, я думаю, что фунту будет все хуже и хуже. Биткоин 48 тысяч. Ждем признания официального дефолта компании Evergrande после того, как Fitch обозначили, снизили рейтинг этой компании до ограниченного дефолта. Вот в комментариях у меня спрашивали, что это значит. Все просто, друзья. Ограниченный дефолт означает то, что компания допустила невыплату по одному из крупных обязательств перед кредиторами, но при этом еще не подала заявление до банкротства и не запустила никакой другой процедуры, которая предполагала бы ликвидацию компании, либо еще какие-то механизмы. То есть вроде бы как еще держится на плаву, но это уже такое сомнительное предприятие. Это лишь вопрос времени, чтобы отсрочить факт вот этого грядущего дефолта и банкротства, которое неизбежно. Не знаю, зачем они это делают, но, видимо, есть какие-то причины. Как только эта новость придет на рынок,
Я напоминаю, жду еще одну мощную волну распродаж на рынке криптовалют. Друзья, повторяю, сегодня ждем отставку в 22.00 по московскому времени. В 22.30 пресс-конференция главы американского регулятора Джерома Пауэлла и настраиваемся на укрепление позиций доллара. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.